Мебель Икея нас выселил. Это мы будем, ну, пару недель точно примерно вот так жить. Да. Прикольно. Не, ну, вот эти мелочи, которые мы все разложим по комнате. Ну, ты знаешь, мелочи не так много. Это вот раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять коробок. Ну, девять коробок это тоже. А может, десять коробок. А нет, 11 коробок. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. 8, 9. 10, 11. 11 коробок. Смотри, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. И еще вот это. Слушай, у меня вот это пыли картон. У меня от картона тоже аллергия. Сложно. Ты кашляешь, а я когда трогаю картон, у меня, ну, эти волдыри появляются. Так это самая большая мусорка? Да, вот это самая большая, мы ее, в принципе, можем поставить. Мы уже можем все выставить, все мусорки туда. Да, только их же сначала надо, ну, найти. А, вот она, они обе. Вот. Подожди, это меньше, вот это большая? Нет, вот это большая, вот это самая большая. Да, потом идет вот это, эти две, а потом идут маленькие две. Ну, маленькие точно где-нибудь, наверное. Да. Можем поставить уже. Поставим сейчас. Будем протирать же? Там, да, и протирать, и там помыть. И там надо помыть, да. Мы сейчас ждем еще одну вещь. А, нам еще, знаете, доставили елку. Елку. Ой, сейчас я Маню выпущу, а то она уже пыталась убежать. Все, можешь выходить. Можешь выходить, котенок, да. Все, она уже убежала, у меня время закончилось на камере. А, это вот нашу... Манечка, проверяй все. Наш будуар. А, замечательно. Так, это елка, огромнейшая коробка. У нас в Москве была елка, и советская была елка. И все были гораздо меньше коробок, тем более, что эту коробку нам надо будет сохранять и хранить в ней елку. Да. Вот. А где-нибудь Костенко про нее есть? Ой, она... Битая. Порушенная. Да. Ну, в общем, руки прям чешутся все собрать. Чешутся от картона руки. Да, точно. Точно, точно. Да, вот это... Вот это освещение к нам в эту студию. Студия красоты. Вот. Ну, кстати, маленькие вещи мы можем потихоньку... Да, о котором я беспокоюсь больше всего. Да. Вот. Вот. А что, корзинка у меня одна будет, да? Вот корзинка у тебя одна. Ага. А корзинки в пласту... Видимо, они где-то здесь. А, да, их не было в наличии, да. Точно. Да. Где-то здесь еще должно быть зимнее постельное белье. Ой, верно, где-то вот здесь. Да. Сейчас найдем. Ну, не сейчас. Где-то здесь. Зеркало. Где-то далеко. Ребята спрашивают. Ну, и в прошлый раз нас тоже об этом спрашивали, когда доставка была. Ребята спрашивают, это все для дома? А вот тут еще пакетики есть стенки. А здесь, наверное, крепления. Да, всякие крепушки. Много всяких креплений. В них еще разбираться надо. Ой, наши удлинители. А, удлинители, ура! Ну что, вот таких... А, два... Вот этих два набора, да. И еще где-то должны быть удлинители. Да, вот это круто. Вот это круто. Просто обычно и в Москве, и... Здесь мы до этого брали. Мы брали как бы маленькими доставками. У нас была сначала две было как бы партии. А? Ух ты! Ваша. Мы его очень ждали. Это. Ну, это Бесту, да, полки, наверное. О, вот ой, классные, 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 здесь классные. Ну, хотя бы маленькие коробки. Всё, давай покушаем. Да. Делать, есть, да. Хочется.
И везде написано мое имя, на каждой коробочке. Действительно, вся Испания тебя знает. У нас сегодня пасмурно. Обещают местами и временами дождик. Вот пока солнечно было, мы, знаете, так приспособились вот по поводу отопления. Значит, у нас весь день солнце, и мы не включаем отопление. У нас в квартире очень тепло, доходит до 23-24 тепла. А где-то, ну, когда солнце заходит, мы, а днем даже мы открываем, ну, мы вам показывали, открываем балконные двери. А когда солнце начинает заходить, мы закрываем все двери, какое-то время еще сидим, живем без отопления, и где-то, наверное, часов в 7, наверное, 8, мы включаем отопление и перед сном выключаем его. Я проветриваю свою комнату и сплю в прохладной комнате. Утром встаем, все нормально, но вот сегодня пасмурно, поэтому я уже включила отопление. А к Ане приехал очередной кавалер, что-то он привез. Мама уже сделала себе на хлебцах эту штуку. Бутики. Да, бутерброды. А я делаю вот в таких тортиях, ну, в лепешечках вот таких. Это две лепешечки, да. Там авокадо, руккола. Сейчас я поперчу, посолю и добавлю тоже рыбку. Может быть, тогда не надо перчить, солить? Рыбка соленая? Тогда поперчу. Хорошо. Та-да-дам! Та-да-да-да-дам! Та-да-да-да! Да, точно. Так, у нас тут, ну, я вам все рассказала, просто еще сверху яички. Просто создала бутерброд, а потом говорит, что ты жизни не хватает. Да. Ну, в общем, это один типа тако и второй типа тако. Вот у мамы она добавила себе руку, ей тоже чего-то не хватало, яйца. И помидорки еще помала, черри, кумата. Приятнейшего аппетита. Ой, хурма такая, хурма-мурма, вкусная. Я, по-моему, в жизни такой хурмы не ела. Она не вяжет. Она лучше королька. А я уже 100 лет. Если вам это о чем-то говорит. Конечно, говорит. В общем, необыкновенная вещь. Смотрите, смотрите, какая она. Она прямо вся течет. Нет, тебе-то кто даст? Очень вкусно. Нет, Бася. Тебе это никто не даст. Слушайте, я вчера вечером уже ела, доедала. Утром я не все съела, папайя. И вечером доедала. Как же она извелась вся. Главное, она спала на подушечке. И мы еще с мамой переглядываемся. Она была укрыта одеялом. Да, мы еще переглядываемся. Заметит, не заметит, может, не заметит. А я до этого носила совершенно другие вещи. Угу. И все было нормально. Да, да. Никто не вскакивал. В тот только момент... я не принесла бабаю. Да, мама, что принесла мама вот эту мисочку, она моментально вскочила просто. Ты у нас фруктопоедатель, ложись. Вася уже тоже помогает распаковывать. Как бумажка? Вкусная бумажка? Ой, да, Вася любит бумажки у нас. У нас опять произошел эррор. Да. Одна из коробок принадлежит какой-то Сари Флорес, которая находится... А где она находится? Сара Флорес, Рокафорт, Виламара и Локафорт. В общем, где-то вот здесь она живет, и целая ее коробка приехала к нам. Вот у нас возник вопрос, нет ли какой-то коробки, которая к нам не приехала. Ну, в общем, я уже позвонила, и вроде бы должен приехать через 30 минут... Ну, тот, кто нам доставлял, забрать эту коробку. Постепенно жизнь налаживается. По две подушки мы же с собой привезли, а сейчас купили еще по две подушки. В Москве у нас всегда 4. У нас всегда 4. Нет, у меня 6. Да. Ну, потому что их двое, там Бася еще на двух подушках лежит. Просто я люблю много подушек. Да, и, в общем,
как вы видите, мама-то переоделась в какой-то момент. Но еще я не сразу, да. А когда тут помоешься с вами, один за другим ходят. Я заснула в 5:30, с 10 часов доставки. Я так не сняла пижаму, так что я в пижамке. Так что ты можешь продолжать. Я маме говорю, слушай, вот это вот 1:40, у меня в Москве 1:60 кровать, у мамы 1:40. А здесь тоже 1:40. В общем, это 1:40 прям вот для одного человека шикарно. Она ну, на самом деле, в Икее мне сказали, что 1:40 это не двуспальная кровать, это односпальная. 90 сантиметров это типа для подростка, да. А 1:40 это односпальная кровать для взрослого человека. У нас не так. Вот да. Здесь нам рассказали, что 1:40 односпальная. Нет, это мне еще в Москве рассказали. Да? Да. Что считается, что 1:40 это европейский. Да я уже не помню, мы же все время там ошивались. Вот, что 1:40 просто... это европейская, как бы европейский стандарт для взрослого человека. Просто... А 1:60 я не знаю для кого. 1:80 уже двуспальная. Сегодня большая. Сегодня я кайфушка. Хорошо, продолжайте. Продолжайте. Кайфушка. Откуда вы? Знаете, откуда это кайфушка? Откуда вы? Ты не знаешь? Наша Раша, что ли? Да какая наша Раша? Уральские пельмени. Кайфушка. Там этот массажер какой-то. Там очень классная про Алиэкспресс зарисовка была. Когда Андрюшенька? Да, Андрюшенька, и к нему все время приходит этот... Мерзляков. Мерзляков. А давай покажем наше белье, которое мы будем на Новый год. Давай. Стелить. Так, значит, смотрите. Она звалась Татьяна. У меня вот такая простынка натяжная. Я, наверное, с другой стороны должна снимать. Хорошо, давайте. Ой, с другой стороны. Натяжная. Я только что сейчас поняла, что у меня какой-то комплект мужских цветов получается. Почему? Вот этот комплект, он выглядит как такой. Ну, в общем. Это... Мы наконец поняли. Флисовая такая штучка. Для чего? Это мы потом сюрпризом расскажем. Ну ладно, в общем, вот такое. 240 на 220. И подушки 50 на 60. Ну, в общем, это двуспальный комплект. Потом и, ну, это простыня ты уже показала. 2, и вот это, видите, она с красным кантиком. Мне так понравилось. Качество у всех вот у этих очень классное. Это тоже двуспальная, тоже 240 на 220. Да. Не видно, да? Угу. 240 на 220, 50 на 60. Вот. Это прям белая. Новогодняя. С красным кантиком. Вот с этим зеленым будет так красиво. Здесь тоже, видите, бордовый, зеленый. На синий мы не будем обращать внимания. Здесь нет синего. Синий, вот он синий. Да ладно, какой-то вот не синий. Я не люблю синий, но синий. Фиг с ним. В общем, зеленый с красным. И вот тут красный, вот тут зеленый. Ага, пойдемте к нам. Я тоже свои подушки уже из упаковки достала. Же они такие чистые, белые вообще. Хоть я и стираю подушки, но все равно они желтеют. Но мы не покупаем чехлы на подушки, ага. Поэтому у нас просто подушки, да. Это подушки у нас пух-перо. У мамы, ну, у нас у обеих, просто у меня немножко другие подушки, но у нас одна помягче, другая потверже. Поплотнее, да? Поплотнее, да. Угу. У меня тоже вот такого же цвета, надо на солнышко. Наоборот. Так. Вот такого цвета простынка, но вы же знаете, я не люблю натяжные простыни. Правду говорю. От солнышка. Да. Будьте здоровы. Не только от солнышка, но и от упаковок. Ну, у меня еще. А здесь нарисовано 2 человека должны заправлять или 2 человека могут спать? 2 человека должны заправлять. Но мама берет очень большую простынку для 1:40, чтобы она заворачивалась везде. И у меня точно такого же цвета, очень красивый цвет, просто изумрудный. И мне нравятся в последнее время вот эти наволочки с кантом. Угу. Подушки кажутся больше и наряднее получаются. Вот очень мне это нравится. И вот тоже такой же клетчатый. Это фланелевые, теплые комплекты. Я там сказала флисовое. Да, не флисовое, фланелевое белье. И оно, знаете, такое мягенькое, тепленькое, вот такой.
комплектик. Да, тут, смотрите, серенький, зелененький и немножко коричневенький. Нет, ну, это бежевенькое что-то. Да. Вот это мы постелим на Новый год. Да, ну с декабря начнем. И закончим к Новому году. Вот мы уже пользуемся мужиком. Вывозим елку в гараж. Не угадывает про мужиков. Расскажи, Антонио, кто? Если вы смотрели вот там какой-то влог, я сказала, Антонио не приехал с моей ей вот этой тумбой под... Это был курьер. Это был курьер. Я знаю, что всех сразу очень интересуют мужики, Антонио. Так что вот мы елку вывозим, потому что нам очень много всего здесь сейчас собирать. А елку раньше, чем через 2 недели, мы не поставим, скорее всего. Нам компьютер показал, что в шинах, в колесах давление снизилось. Нам нужно подкачать колеса. Здесь вот на... Ой, за нами очередь, что ли, да, Анют? Здесь вот такой бесплатный подкачиватель на бензоколонке. Мы первый раз были в Меркадоне, и вот на парковке грузимся. Мы набрали 3 упаковки воды. Мы также грузились. Вот, да. И у меня все специальные сумки, чтобы пакеты не брать. Почему у тебя? У меня тоже есть. Где у тебя? У меня вот. У меня все заготовлено. Я вообще-то привезла другие сумки. И вот такой рюкзак. Но мама куда-то идет. Вот как морозильник. Здесь мы креветки положили. В общем, у нас классные сумки, примерно да. Вот такие же, ну, такие природные. Но мама не знает, где они. Я знаю. А почему тогда их не поставили? Я тебе сказала, их нужно разгрузить. Вот когда я туда положила все пластмассовые прозрачные контейнеры. Неудобно. В Икеи неудобно, согласна. Неудобно, да. Но тем намного меньше. Нам вот такие надо еще какие-то взять. Ну да. Вот. Качали-качали и не докачали. Там все показывалось, ну, у нас должно быть 2,2, 2,2, и почему-то и спереди, и сзади одинаково по документации. А в конечном итоге вообще непонятно почему 1,8, 1,9, 1,9, 2,0. Хотя там, ну, этот компрессор показывал, что 2,2. Но мы очень торопились, за нами стояли. Да, за нами стояли. Очень милый молодой человек, который помог тебе. Да, да. В общем, вторая поездка увенчалась успехом. Мы вернулись. Я сегодня не накрашена, потому что я сейчас еще буду... Сейчас сколько времени, кстати? Давайте посмотрим. Ой, у меня такая аллергия пошла, это на нервной почве. Бывает у меня. 7 часов еще. То есть у меня еще есть 3-4 часа, чтобы... посверлить, ну, подрелить, в общем. Я посчитала. Кто давно нас смотрит, знает, что самые ненавистные для меня в сборке вещи это... кто хочет, может угадать, сейчас поставить на паузу и угадать. И правильный ответ это ящики. Я так не люблю собирать ящики, все остальное, пожалуйста, вот так, пожалуйста. Ящики не люблю собирать. У нас, я посчитала, 34 в общей сложности ящика. Ну, конечно, не в одном каком-то объекте, а во всех объектах 34 ящика. А может 35, кстати, потому что вот еще одно, еще две вещи, 36 ящиков. Что? Это я про ящики рассказываю. Вот, в общем, когда я их собираю, я просто вся мокрая, ну, все эти вещи. Поэтому я сегодня не красилась, мама накрашена, красивая, а я нет. Вот, и когда мы приезжаем обратно, вот уже второй раз на машине, я так дико хочу есть. Кто-то написал в комментариях, что на 2 килограмма похудел там после одной поездки долгой. Да. Ну, я после каждой поездки так дико. Нет, я просто дико есть хочу после каждой поездки. Хоть мы прямо перед поездкой, и мы когда? Ой, а мы 3 или 4 часа назад опять выехали. Я никак не могу, ни в прошлый раз, ни в этот раз я не заметила, во сколько мы выезжали. А я никак не могу понять, что мы так
Там так долго делаем. Я не знаю, это ты выезжаешь долго. А, ну сначала мы были, мы качали шины. Да. Ой, непонятно вообще. В общем, давайте посмотрим, что мы купили. Мы сегодня купили в основном овощи и фрукты, потому что у нас все заканчивалось в ОР-стиле. Будем мы это делать. Привет! Я сейчас сегодня с вами по-моему. Вполне вероятно. А мы вообще сегодня здоровались с вами? Если нет, всем привет. Добро пожаловать в Волк на пару. Так, значит, у нас нет никаких салатов, поэтому взяли романа, уже съели все. Вот эту какую-то тьерна, вот этот вот, он как-то называется, корн, салат корн, ой, я, по-моему, микрофон закрыла, салат корн называется, по-моему, руккола. Вот эти вот нам, кстати, вот этот хлеб нам понравился, булочки. Взяли спаржу, вот эти кумата, какие сладкие, вкусные, вообще, мне очень понравились. Бими, это такие тоненькие, маленькие брокколи, очень нежные, вкусные, но они как молодые, что ли. Взяли малину, последняя малина, слушайте, малину здесь разбираю только так. И самая сладкая малина в Меркадоне почему-то, не знаю почему. Грибочки. Здесь королевские шампиньоны, обычные шампиньоны и вешенки. Яйца размера L 12 штук. И мы уже второй раз берем вот эти яйца, 6 штук. Они готовы, то есть они уже сварены. И так удобно. Да, но так удобно, когда, например, там утром не хочется варить яйца, быстренько там сэндвич или там еще во что-то пошинковать, или что мы еще делали? А, или вечером, значит, когда... Заранее сварите 10 штук, и будет вообще... 10 штук их... Ну да, можно, конечно, но они на самом деле не очень, не супер-мега дорогие, поэтому прям вот раз, и вкусные. Так, все, мама сразу все убирает, все у нас забирают. Потому что нам нужно есть готовить. Да, есть очень хочется. Сразу вам расскажу, что, значит, мы взяли 3 упаковки воды и одну большую еще воду, на которой мы готовим. И 2 вот эти упаковки, и ту, которую готовим, мы оставили снова в камере, в комнате для хранения. И привезли только одну вот эту пачку, потому что у нас вода закончилась, и вот сейчас мы ею будем пользоваться. И потом будем там запасы потихоньку пополнять, чтобы у нас была вода всегда. Так, взяли креветки снова, салатные. У меня не было на них вроде бы аллергии пока. У мамы вот такие огромные. Гамбон называются они. В общем, огромные креветки. Так, это у нас дыня, половинка дыни. Дальше мы подсели вот на этот йогурт. В этот раз, первый раз решили попробовать ежевику. Манго уже брали. Сегодня, кстати, я перед отъездом, перед выездом ела, очень вкусный он. Вот этот конфитюр, мы даже еще не открывали тот, который взяли в Карфуре. Но вот этот очень вкусный, пусть стоит, он очень вкусный. Так, взяла снова на 1 стаканчик апельсинового сока. Вот эта безумно вкусная кукуруза. Мама взяла редиску себе, 3 авокадо, 2 манго, очень вкусно манго, видимо, сейчас сезон. Цукини, это не цукини, это салатный огурец такой. Лаймы. Снова взяли хурмень, хурмень-мурмень. И тортилья фреска де патата эсебоя. В общем, это картошка с луком. А еще смотри, твои половинки. Да, у меня еще остались эти креветки. Вы знаете, на самом деле, когда читаешь на каком-то другом языке, будь то там вот испанский, я часто на английском что-то читаю, и когда перевожу, я всегда говорю, как это по-русски, и не в том плане, что я забыла русский, а я всегда в мозгу пытаюсь соединить вот это слово по-испански, например, и слово по-русски. У меня автоматом, ну то есть я не училась на переводчика, поэтому у меня автоматом сибой как лук не выскакивает в голове. Так странно. Нет, ну потом ты стараешься так, чтобы
красиво, правильно перевести. Ну, стараюсь, но не всегда получается. Вот. Так что русский-то не забывается, а вот соединений нет в этих синапсах, да? Так, ты все забираешь у нас. Я могу? Да, конечно. Делать. Что, в общем, я так ничего не собрала, потому что я села, точнее, легла на диван и вырубилась. Вождение у нее, видимо, такой нервный срыв. Не, ну мы вначале много сказали, мы на самом деле очень мало спали, и плюс после вождения, и плюс я очень вкусно поела, в общем, я вырубилась, я говорю, мама, разбуди меня через полчасика. А как ты не заснула? Я говорю, не знаю, мне не надо было, наверное. Ой, ну завтра будет весь день. Завтра, видимо, начинается, собственно, сама эпопея. И завтра же, кстати, я вам просто спрашивали, я покажу, каким шуруповертом я все это делаю. И все расскажу. Девочки, у вас будет праздник завтра. А сегодня на четырех подушках. Играть в шуруповерт. Будем спать, ура! Нам еще одеяло с тобой нужно. Да, мы еще одеяло взяли. Ну, в общем, завтра еще тоже покажем. Нет, поменять надо. Да. А мы с вами обязательно увидимся завтра. Обнимаем вас крепко и желаем вам доброго утра. Счастливого дня. И спокойной ночи. Пока-пока.